Добрый день, дорогие друзья. Как видите, электрокар Бай приехали на БКМ Холдинг, на склад, на цех, на производство. Мы здесь были уже, брали интервью у замдиректора, уже видео вышло. Также мы сделали обзор Витавто, грузового электротранспорта. И вот здесь, пожалуйста, на покрасочном цеху катают детей. Поэтому, если вы не знаете, чем заняться в этот субботний день, до 3 часов дня вы сюда можете прийти. Очень хорошо организовано, много людей. Везде есть люди, которые могут вас проконсультировать. Вы задаете вопросы, вас направляют. В общем, организация действительно порадовала. Ну и действительно, посмотрите, сколько людей. Безусловно, основная часть людей находится в помещении. Поэтому приезжайте, не потеряйте и точно не зря потратите время.